Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Хочу вам показать свои новые растения. Вот такой эвкалиптус у меня. Посмотрите, какой классный. Он живой, мне очень нравится. Это новое мое растение. Надо научиться, то есть за ним ухаживать. Знаете, он непростой. Я слышала от многих, что он, ну, через некоторое время начинает засыхать. В общем, его и надо поливать немножко, и однако же он и без воды не может, да, тут надо какая-то норма, видите, вот сейчас взялась, и листик отвалился, да, он как бы немножечко подсыхает, не знаю, вот в серединке более-менее нормально, да, а вот в некоторых местах он прям подсыхает, и листики, видите, вот смотрите, отваливаются, так вот сухенькие становятся, жалко очень, да, вот. Не знаю, вот это место тоже. Но однако же я не отчаиваюсь. Я за ним ухаживаю. Я думаю, правильно ухаживаю. Вот. Сильно не заливаю. Ну и немножечко подливаю водички. Так где-то дня через два. Так вот пару капель он получает у меня. Вот. Теперь у меня еще появились новые папоротники. В зале у меня два папоротника вот таких же, да, и вот я купила в столовую. Посмотрите, какие они шикарные, какие у них шикарные листья. Очень такие, смотрите, прямо такой лист интересный, какой-то цвет такой голубо-зеленый. И вот тоже эвкалиптус, он тоже такой зеленоватый, голубовато-зеленоватый. И вот эти тоже. Видите, знаете, как падает цвет. Вот сейчас я смотрю, он больше зеленый, а вот если... С другого ракурса посмотреть, он такой более голубовато-зеленый. В общем, вот такой вот, да? Видите, какой шикарный, красивый. У него уже есть новые побеги. Вот эвкалиптус тоже дал мне уже новые побеги. Но тут же я смотрю, как-то вот он немножечко подсыхает. Ну, ничего, ничего. Может быть, ему здесь не нравится. Я вот думаю, что ему не нравятся прямые солнечные лучи. Внутри тоже немножко. Ну, ладно. Вот. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Я не отчаиваюсь. Конечно, это недешево стоило. Отдельно горшок покупали, отдельно растение. Вот. Поэтому, конечно, жалко, если будет пропадать. Но я, конечно, научусь. Я еще информацию почитаю в интернете, как правильно поливать, ухаживать. Вот. В общем, вот такой папоротник. На папоротник перешла, а опять на эвкалиптус, да? На эвкалипт, то есть. Ну, у нас в Германии называют эвкалиптус, не знаю. Вот, Россия, эвкалипт, да? Вот такой вот разновидность тоже папоротника. Посмотрите, какой лист интересный, очень интересный. Представляете, какой? Вот, дает новые побеги, такие вот. Тоже я его поливаю, он любит поливаться. Вот, заливать тоже нельзя, вот, но любит поливаться. Очень симпатичные растения, такие, знаете, это... Я почитала про них, что их... Ну как, некоторые говорят, что нежелательно дома, кто-то говорят наоборот, они воздух очищают, кислород дают. Ну я не знаю, знаете, кого слушать. Одни так говорят, другие так говорят. Мне вот нравится, я и купила. Вот тоже немножечко листочек у меня подсыхает почему-то. Ну, знаете, вот, надо вот немножечко еще полить их. Так, что у меня еще новенького? Так, а новенького у меня еще много, да? Посмотрите, какой у меня, какая у меня, то есть, какие у меня орхидеи красивые вот эти. Сейчас я немножечко так вот от солнца. Посмотрите, какие они шикарные. Здесь, ой, чуть не уронила горшок. Здесь у меня три орхидеи в одном горшке. Один уже вот такая вот, одна уже орхидейка отцветает. С той стороны, где-то она у меня там, она вот она, видите, она уже отцветает. Но она просто давно стоит. Видите, уже все. Она уже где-то месяца два, как или три, вот такая вот, да, красоточка. И уже все. Ну, ничего страшного. Потом вот такие вот орхидейки, видите, вот их три посажено. Даже четыре, можно сказать, да, по-моему. Нет, четыре, да. Вот такая орхидейка. Видите, какие у нее. А они так пахнут шикарно. Вообще такой запах. Она такая, небольшие цветочки. Посмотрите, какие. Ну, очень-очень красивая.
Вот, и вот это одна, да, 4 даже здесь посажено. В общем, так купили. Так купили. Это мне муж подарил. И вот такая вот. Это более поярче, да, побледнее немножко. Так, а вот это вообще красотка, да? Это красотка. Я вам не скажу, как они называются. Сама не знаю. Надо будет посмотреть, почитать. Ну, красавица, конечно. Вот это вот на Анюткины глазки похоже, да? Вот. Ну, уже начинают, да. Ну, 3 месяца цветочки уже стоят. Понятное дело, что это. Тут я только еще поставила, они у меня. Ну ладно, сейчас покажу дальше вам. Смотрите, а вот это какая красота, боже. Посмотрите, какая красота вот это. Они такие интересные, как собачки такие. Видите? Рукой не буду трогать. Красивые очень. Вот это тоже тут у меня получается. Тоже 2 кустика таких. И вот они вот так цветут в одном горшке. Значит, можно им, да, если вот так вот. Но вот эти вот уже все, видите, отцветают. Но я их не обрезаю, пускай будут. Вот, любуюсь ими. Красивые. Их тоже заливать нельзя. Здесь вот информация о них. Сейчас я вам покажу. Вот она, видите, у них солнце такое умеренное. Капелька водички. Вот. Кушать, конечно, их нельзя. Вот. В общем, вот такие, да, красотки. Так, сейчас воткну. Так, вот так. Красотки у меня появились. Не знаю, как за ними, правда, правильно ухаживать. Но я, в принципе, стараюсь не заливать. Как написано, капелька водички немножечко. Через 2 дня где-то так делаю. Потому что у них, видите, какие корни не так, как у этих орхидей, да? Допустим, вот у этих. А немножечко корневая система другая. Но опять же, у них вот этот вот грунт, у них вот как у таких орхидей. Видите, посмотрите. И корни вот такие. И листья совсем другие. Вот. Ну, надеюсь, что они у меня будут расти. Я надеюсь, девчонки. Очень красивые. И мои орхидейки, посмотрите, стоят, расцветают. Здесь у меня, правда, вот это вот какое... не Анюткина, а как их называют? Ой, я забыла. А, фиалочка. Она почему-то у меня вот детеныш, да, но она у меня как-то так еле-еле растет. И вот эти у меня подсыхают почему-то. Я не знаю, вроде солнце не попадало, но начинает подсыхать. В чем дело, не знаю. Немножечко полила сегодня. Там еще водичка не осохла. Ну, вот бутончики, да. Однако же еще все стоят. Радуют меня. Радуют глаз. Вот. Я каждое утро встаю, на них смотрю. Так, сейчас с другой стороны покажу вам. Вот, вот такие вот. Вот у меня еще тоже наклевывается. Видите, орхидейка. Красавица мои цветут, цветут, цветут. Вот, вот такие красивые. Очень красивые. Там цветы у меня на лоджии. Вот. Такие вот красота, вот такая. Кошки там у меня отдыхают. Им нравится. Вот. Сейчас я вам покажу еще, что у меня есть. Смотрите, у меня еще есть вот такой вот, как они называются-то. Представляете, из головы вылетело. А вот этот цветок тоже, смотрите, какой интересный. Тоже купила я его. Давайте так вот по-другому посмотрим. Вот так вот я его поставлю сейчас, да. Вот такой вот. Пелерония, по-моему, да, пелерония. Тоже био. Тоже вот, она любит поливаться, но я стараюсь ее не заливать. Я боюсь ее заливать сильно. Такая красоточка. Вот такие у нее цветочки. Видите, палочки. Это ее цветочки. Вот. Лейки тут у меня стоят, видите, отстойная водичка, и я поливаю. Вот, и вот такая вот у меня красавица. Подарила дочка мне вот такую красавицу. Вот. И на балконе, смотрите, стоят тоже шапочки такие красивые. И орхидеи здесь. Почему-то у меня вот эти орхидейки, они не цветут. Не знаю почему, но вот по-моему здесь, вот видите, маленькая начинает.
Вот это вот детеныш, по-моему. И там тоже у меня начинается. Ну, может быть, зацветут. Вот. Ну, вот эта красавица. Она такая розовая. И там тоже красоточки. Они разных цветов все. Это вот такая, знаете, пинк. А там такие вот алые. Вдалеке вот эти шапки большие. А там такой, знаете, грязно-розовый такой альтразе. Вот. Живое дерево. В зале там у меня еще новые тоже цветы появились. Все по порядку. Все сразу не могу вам показать. Жду посылку. Должен курьер привезти. С Царахомы, да. Я выписала, ну, посуду такую, знаете, пробную попробовать. Вот чашка одна уже пришла. И почему-то второй такой не было. Я хотела две, мужу и себе. Но вот заказала. Одна всего была в продаже. Стоит 12 евро. Вот такое, вот такое блюдце. Вот, еще этикетки даже не оторвала. Вот, и вот такая. Она как супница идет, как можно мюсли в ней кушать. Ну, в общем, мне она очень понравилась. Я на пробу заказала. И вот как они появятся в продаже, я обязательно себе закажу. Может быть, чтобы 4 комплекта было. Очень нравится. Качество отличное. Вот, и сегодня должна еще посылка прийти на... Ну, там другие, там кружечки. Я для кофе заказала, для чая. Вот, надо в посудомойке разбирать посуду и составлять грязную. У меня в раковине посуда стоит. Мы и так не моем руками, мы только все в посудомойке. Вот, так что вот такие вот дела. Вот такие у меня обновочки. Дальше я вам тоже буду показывать, что у меня там нового. Вот, на улице у нас тепло, жара. Пойду сейчас посижу на терраске, отдохну. Вот. Ну и все на этом. Я с вами буду прощаться. Всем пока-пока. До новых видео на канале Мое Хобби.